Итак, ребята, всем привет. Меня зовут Андрей Пашкин. Добро пожаловать в новое видео. Оно сегодня будет с Макаром. Мы будем играть в Game of Scoot. Мы буквально 10 минут назад приехали в скейт-парк, и наш гейм начнется с раскаточных трюков, поэтому будет довольно-таки интересно. Один на один сыграем. Таких видосов еще не было, поэтому ставьте лайки и пишите в комменты, как вы думаете, кто выиграет. Говорю, я когда ехал сюда, я уже вспотел, потому что ехал в зимней куртке. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дай сразу со спины. Раз, два, три, раз, два, три. Кстати, никто не играет в сидя. Я не видел ни одного Game of Scoot, где чуваки начинали скидываться сидя. Ну мы старенькие, нам можно. Кстати, стой, не выходи. Как вам шкурка? Пишите комменты. Это специально для Хэллоуина, который пройдет в магистре уже через 4 дня, да? Нет. Какое сегодня число? Через 3 дня. Через 3 дня, пацаны. Возможно, если это видео до Хэллоуина выйдет, то вы еще успеете приехать с нами покрутить. Что, пойдем? Я же старый! Я гадаю... 50 на хил. Бэксайд 50 на хил по боксу. Давай. Как показывает опыт, игры, которые начинаются с незагада, растягиваются на долго. Давай легкий крюкнул. Давай. Давай фибл на опа 3. Ну, типа, ты сделаешь фибл на... Что? Надо сделать просто фибл на свою трёху. Давай. Фибл на свою трёху, пацаны. Это лайк. Это лайк. Че, еще по одному, еще по одному на грани? Мы с вами пойдем, а в Инстаграме. Еще один заказ на грани. Давай. Я не знаю, что. Давай фибл на DS3. Он недавно научился. Не, ну я так не играю. Все нормально. У меня буква П. Ну, сори. А я вначале сказал, перед тем, если поехал, что ты черт. Давай, ты недавно... Ну что, давай с гринбокса пойдем дальше, может, на пирамиду. А там спать недалеко. Я видосил себя в инсте. Видел, что я научился играть. Теперь смотри. Короче, смотри. В анете на книгу. Да. Оп кап, икс райт, скат. Да. И на ванечку. Да. Ну, так же, как ты делал. Да. Только не там. Хорошо. Тут легче. Первая буква и нет экстра. Ченса. И я, походу, обосрался. Давай фронтфибл на бортвист. А мы только один трюк показок дали, да, на книжке? Да. Блин. А, на книжке один, да? Да. X-Ride Mika. Я не виноват. Ладно. Давай, борт вниз. Хочу еще раз фронт фибл на бортвист. По фану. Не, все, если два раза трюк в гейме не заходит, значит угадать лучше не надо. Давай ван фут грэм. Что? Ван фут грэм. Давай. Ван-фут был, грэб был. Mm? Сквоттеров под кат барбекю. Да, нет. Ну, ты знаешь, я один раз... Я не знаю. Я один раз. Я тоже. Ладно, тогда барбекю книгу. Короче, ну. Я тебя гадаю. Крутой трюк. Ну. Борт на хил. Давай просто тогда фибл на трак. Давай. О, пошли на спайн. Мы тебе попробуешь трёху грабить? Нет. А, давай трёху спайн. Давай.
Что это за хруст был? Это не кости? Ну что, может, я был прав и в спайн рановато? Не, нормально. Нормально. Я просто трех этого не делал спайн. Backside 50 по грани вниз на 360. Вроде хорошо сделал. Даже докрутил адекватно. Я думал, что это пойдет сейчас череда незаказов. Чертила. Он постригся, нормально. Он катает трюки. Теперь мы похожи. Только да, так у меня я усы расставил. Так и я. Тихо, успокойся. Ладно, похоже. Все нормально. Так сделай бэк на... На опа я не умею бэк. Поэтому идем. Я спросил, ты сказал оп. Бип-б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 ип-
Так, ладно, подбери мне телефон. Давай. Чем хочешь? Паром. Паром? Ну, а ты чем хочешь? Трехой. Давай. Ты сделай. Да пофиг, давай. Ну, окей. Главное, чтобы я разогнался. Главное, чтобы я... А дальше все будет нормально. Ну а чё, чё? Ну а чё? Если человек хочет, то что мне? Чётенько во флоре. Моё почтение. Даже за... Мне так понравилось, что я хочу трёху на бар. Это нормально. У тебя было мягче у меня. Типа как так, нормально. Еще, короче, типа ты сейчас. Я просто казалось, вот так, мне показалось, что я на грани с железячкой. Да. Типа ты приземлил вот так. Ну, ходов мне точно хватало. Короче, зачет такой. Прикольно сегодня. Да. Мне тебе что-то летать гадать нет смысла, потому что ты все перелетишь, в принципе. У нас 2-2, да? Значит, можно по приколу пока сыграть. Давай, по приколу. Давай вон эти вертвисты попробуй. Закрепим успех. Давай. Сыграл по приколу. Один трюк, классный. Я хочу, чтобы ты его пробовал сюда. Что, какой? Хил на бар, что ли? Что? У-ху-ху, ты захотел. Давай. Давай захотел, чтобы я свой бар на опыт сделал. Давай просто свой бар. Просто свой бар. Просто свой бар сюда? Да. Да, это много лайков нам. Ну! Он умеет, он просто не хочет делать. Но он может. Это самый сложный трюк сегодня. От меня ничего жестче уже сегодня не ждите. Можно во флэт сразу. Он гадает то же самое. И руки отбиваются так. Еще раз. Ты меня. Я же не хочу уже делать. Я уже не хочу делать. Отмена. Ты тоже какой-то... Что-то, короче, щелкнуло в голове сейчас на втором баре, что мне перехотелось. Ну, если я тебе заказываю трак во флэт, ты его делаешь. Нормально. Я не сделал с первого трака флэт. Ты помнишь, когда я так сделал? Я летел вот так. Я вряд ли сделал. Давай. Давай перебивочный фибл. Ну, типа фибл, фейки, фибл. На контакт. Вот здесь. И можешь трак пробовать гадать. Я хочу... Лучше ты это закажешь, чем я. Перебился, пацан. Я думал, это свой был. Ну, странно смотрится. Ну что, трак во флэт? Я тебе, по сути, дал возможность его заказать. Ну, давай. Ну ты, у тебя сейчас трак, наверное, был, как у меня тогда треха. Ходов херня была. Он там спрятался такой.
Ты сколько ходов там взял? Ты видел, я чуть в скейте шапалахнулся и здесь подскользнулся. Долетел? Да. Я думал, типа, все, пора сходить, потому что меня где-то там слайданул уже. Отбился. Давай борт крюк ванэти. Понял? Да. А, то есть мы уже раскатались, да? А, да. Ну, я надеюсь, что да. Ну, типа, что это достаточно раскаточные были трюки. Крюк не поджал. Давай я тоже загадаю борт. Что по буквам? 2-2 сейчас? Да. Давай тоже борт крюк-то подать. Колеса в парафине трэш. Если мы сейчас в спайн пойдем с напарафиненными колесами, то мы в спайне доиграем. Нормально. По состоянию здоровья. Каким-то образом у меня три буквы. Ну давай спайн. Благодаря прекрасному... Перевой. Скольжение. Да нет, стабильная же херня была. С первым всегда делал. Я гадаю. Да, раз там. 3-2, короче, да? Как еще рассказать в спайне? Ладно, я в спайне еще никогда, пошли и сделаем. Нет, ну, я типа только сделал там максимум ванэш. Кстати, в начале на эмоциях забыл рассказать, что у нас 2 попытки на повтор. На последнюю букву 3 попытки, 5 букв и... Я не знаю. Что? Это все. Все. Короче, самые стандартные правила человые. А мульга у нас оправданный? Нет. Ну ладно. Но я все равно про... Я мульга не тратил, да? Ходу нет. Грэп в спайн. Давай. Сейчас бы грэп в спайне. Ну так. Я очень опасно сделал грэп. Прям вот так сделал. Так в спайне так и надо делать. Хватил, поехал. Пошли, сходим. Я хочу попробовать барный хилл, сквотеров, подкат. Макар на бешеных эмоциях сейчас будет делать во флэт трёхуип. Зацепил. Да. Ну, очень близко, просто мало сходить. Давай бар фибл. Бар фибл трёху. Давай. Ты как думал? А ты как думал? Я думал, типа, фронт. Счет 3-2. Надо доставать трюки какие-то уже. Накопительные. А давай, знаешь, что пробуем? Что? Фронт вверх, угу. Но треху вскат туда. Ой-ой-ой. Ну, типа, ты будешь делать оппозитку, я буду делать. А, я могу, типа, бэк Фибо, сделать вверх. Фибо, да. Да, бэк, типа, я... Тогда вот. Что, на фронт вверх? Так-то грань высокая. Я все время, когда на нее запрыгиваю, вот на самое начало грани, я всегда рулем по яичкам бью. Поэтому я не люблю. Так. Пошли на фронт 50. Фронт 50 на фулл бип. Офигенно, 6,5. Мне это простительно, ладно. Я не пробовал как фигу на самом деле. Еще раз гадаю то же самое, для того, чтобы закрепить успех прошлых кадров. Но в прошлой катке я это не делал, поэтому сейчас я это постоянно.
Да, 6,5, это то, что нам надо. Какая бы у тебя ни была доска длинная, ты все равно ударишься коленом об руль. Какая бы у тебя бы ни доска была широкая, ты все равно попадешь на Смит. Мулиган, друг. Это лютый бэнкер. Я мулиган еще брать. Счет 3. Три. Осталось разыграть две буквы до чего-то поражения. И мы перешли в спайн, потому что сейчас тут пусто. И мы тут толком не катались, так что можем начинать с твоего заказа. Прекрасно, который будет в Ванетти по-любому. Да. Ванетти бар. Ванетти. Ванетти. Можно я расскажу прекрасную историю? Во время предыдущей катки я делал сюда Ванетти грэб. Что-то произошло со связками на руке, их зажало, потому что я падал, бросал самокат, самокат у меня возвращался. Короче, ногам капут, руке капут. Что ж вон эти обычно? Ощущения-то те же. Я бы скажу. Что, у меня 4 с Ванетти? Никогда на первой букве не берите экстрачинца. Вы мне раза два пригодились. Я гадаю, как это прилетел. Обидно. Я вот 2 недели назад научил в спайне кататься, а теперь я не знаю, что ему гадать, чтобы он не сделал. Короче, я понял, тебе гадаю, катить оттуда так. И жахнуть в распинчик. Именно чтобы это было оттуда. Потому что там большие ходы, большая высота, то просто неизбежно. И на фото барчик или со спайна барчик? Оттуда выехал и в спайн закатил барчик. Закатил! Ай! Там во флэпе. Нет, мы с Игорем, короче, вкатывали именно ноуздайвом. Именно прям хорошо вкатывали. Давай так, давай то же самое заказ. Это можно считать? Да, ты просто сказал включить бар, я вкрутил. А, то есть ты еще и накатил? Как? Я не знаю, это на интуитивном уровне. Что я тебе здесь могу сказать? Я его всему научил. Тренер. Может, треху грэб? Ну, если не боишься убраться. Боюсь, ну что теперь не делать? Короче, давай попробую трёху грэб, потому что это интересно, я не пробовал еще здесь. Привет, кухня. А? Привет, кухня. Ну, Бобри. Нормально. Еще бы чуть-чуть руку подтянул, и я бы уверенно дожался бы. Но это явно проще, чем возить на фейке. Я... Пожалуйста, заказ в студию. Интересно, там гейм уже минут на 40 или на час 40? Блять, да прикольно. Фильм сняли. Раскатываемся. Фильм раскатка. Какая? Я тебе могу заметки показать. Я записал, что хочу попробовать. Я в заметке записал, что это надо попробовать. Вопрос тебе потом костюм. Мне кажется, что это все не так, как мы себе представили. Подозрение. А вообще очень даже. Легко все висит. Я тоже должен попробовать, чтобы у нас хотя бы по одной попытке этого трюка было. Легко очень висит, кстати. Давай я мне тоже. На пару попыток. То же самое, чтобы понять. У тебя будет 3 попытки делать. Почему? Потому что последняя буква. У меня не последняя буква, у меня 4. Ну. А. Ой. Но так как мы вкат во флэт, в принципе, принимаем, у меня есть шанс. Нормально, у меня какая-то хуйня сегодня с ним. Я ни разу не сделал. Ой! Сейчас такая опасность была. Андрей,
Ну-ка. Кинь, пожалуйста, ипну сдать. На отличной ноте. Я сегодня ходить не смогу. Он меня убьет. Ты меня убил? Я себя убил. Бля, меня палец остался под рулем, а колени полетели на доску. Ты не словил просто его? Я не словил, у меня колени полетели на доску. Хотя очень хорошо летел. Летел, бля, коленем, бля. Я попробовал, чё. Я на самик упал, а руки под рулем остались. Типа у меня вот палец остался вот здесь. И второй. Ну второй как-то нормально. Короче, вот здесь палец, и я на самик приземляюсь, типа, ногами. Летело, всё отлично. Летело, вот вторая отлично полетела. Третье, я прям почувствовал, что типа оно не под ноги мне летит, а за меня. Короче, все. На этой прекрасной ноте можно бахнуть лайк, потому что трюки в сегодняшнем гейме должны были вас порадовать. Они относительно неплохие, какие-то даже новые. Так что вот все, ссылка на оператора, на Макара и на меня, там на инстаграмчике найдете в описании. Все, будет здорово, если напишите в комментарии что-нибудь приятное. Я пошел спать. Всем пока. Все, я больше кататься не буду.